Терроризм и радикализм – это угроза не только для мусульманских стран, но и для всего человечества. Об этом сегодня в своем выступлении говорил Рустам Миниханов на форуме «Россия. Исламский мир», который стартовал в Грозном. Птичий грипп добрался до Мариэл. В Звениговском районе объявлен карантин. Напомним, что в Татарстане в карантинном списке поселки Лаишевского, Ютазинского, Рыбно-Слободского, Нурлатского районов, а также поселок Дербышки в Казани. Певица Нюша побежит вместе со всеми на казанском марафоне. Он пройдет в столице Татарстана уже 21 мая. И традиционно в забеге будет участвовать и Рустам Миниханов.